19 ноября 2014 года. Ну вот я перебрал полностью картон, вот разрываю его таким образом на кусочки, вот такие. Ну вот еще один Dendrobium rubidus. Я думаю, что еще несколько штучек выползет самостоятельно здесь из этого картона, когда он полежит тут на свету. Ну, в общем, статистика оказалась следующей. Вот дендродрилусов рубидусов оказалось 53, с тем, которого сейчас нашли. Из них 2 кокона, изения фетида 7, изения Андрея 9. Вот я пересчитал. И с тем, который сейчас нашелся, значит 69, ну будем считать 70 особей из 10 с июня месяца, с июля вернее, значит 7 раз за эти полгода, или сколько тут прошло, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, за 4 месяца возросло количество в 7 раз. Причем в основном это Dendrodrilus rubidus, как мы с вами видели. И вон таких же экспериментов, результатов. Вот еще один кокон Dendrodrilus rubidus. Сюда вот его коробочку. Ну, еще я переберу здесь, посмотрю, может быть, кокон. И вот, как я и думал, все равно я одного червячишку найду точно. 70-й. Здоровья вам, благополучия и вот такого же разрушения легенд. Не просто имхо, а вот подтвержденная конкретным экспериментом. Вот он, 71-й ювенилишка Dendrodrilus rubidus. Значит, однозначно 7 раз. Еще раз здоровья и благополучия.